На прошлой неделе Углич посетил депутат Государственной Думы России, представляющий партию «Единая Россия» Александр Сизов. В основном его интересовало, как Угличский муниципальный округ готовится к переходу на новую систему местного самоуправления в соответствии с новым законом о местном самоуправлении. А потому и первый его визит в администрацию округа был посвящен обсуждению именно этой темы. В присутствии главы округа Элеоноры Шереметьевой и депутатов Думы Угличского муниципального округа депутат Госдумы Александр Сизов изложил свое видение нового закона о местном самоуправлении, отметив ряд, на его взгляд, негативных моментов. В то же время глава округа Элеонора Шереметьева убедительно говорила о необходимости этого закона и выделила его положительные стороны. Самое главное, без чего мы не могли жить, это без разделения полномочий по трем уровням власти и по факту финансирования этих мандатов в полном объеме и в федерации, и субъектов федерации. Кроме администрации округа, Александр Сизов побывал в Угличском педагогическом колледже, где пообщался с преподавателями этого учебного заведения и школ города, а также в акционерном обществе «Угличмаш». Во время этих встреч депутат Госдумы, работающий, кстати, в Комитете женщин, семьи и молодежи, большую часть своего выступления отвел социальной теме, рассказав о позиции партии «Единая Россия», которую он представляет, по вопросам демографии, поддержки молодой семьи, повышения доходов населения. Очень острый вопрос перед правительством в том, что необходимо повышать заработную плату, как на предприятиях, так и бюджетникам. Будучи также депутатом парламентского собрания Союза «Беларусь-Россия», Александр Сизов рассказал о положении дел в союзном государстве и высказал свое мнение о последних событиях на Украине. То, что мы видим на Украине, в первую очередь, конечно, все направлено на то, чтобы отделить еще больше Россию от западных цивилизаций, от народа Украины. Елена Куликова, Дмитрий Парфенов, Угличское общественное телевидение.